Всем привет! Я, значит, хотела показать посылочку, которую мой сын получил. Ему вот прислали с AliExpress вот такой мелкий пакет, в котором находились вот такие вот кнопочки. Это магнитные кнопочки. В общем, для сумок, кошельков. В общем, вот такие вот. В общем, может быть, кому-то надо. Вот, в общем, вот, вот такие кнопочки он себе заказал. Вот они пришли. И потом мы, значит, на почте купили, в общем, покупочки сделали. Вот, и купили, в общем, вот порошок Миф автомат. Потом мы там купили вот такое моющее средство на пробу. Я еще такое никогда не брала. Ну, в общем, мы взяли. Купили мы губки. У меня закончились. Потом купили это гель для душа. Вот такой вот. Вот. Купили два мыла. Одно мыло мы, это жидкое мыло, мы всегда берем, нам нравится. Берем любое. Вот. Ну, в этот раз взяли вот такие два мыла. Вот. Одно мыло мы ставим на кухню, другое мыло мы ставим, значит, в ванну руки мыть. Вот. И вот такое вот мыло. Вот. И вот такая туалетная бумага. Купили мы мясо, свинину. Такой вот неплохой вроде кусочек. Купили капусту свежую. Я хочу сварить борщ. Я заварила кофе. Это сыну без сахара, без молока. Это мне сейчас без сахара, но с молоком. В этот раз мы взяли вот такой кофе. Вот. Ну вот с молочком. Мне, значит, пришла посылочка вот из семейного клуба. Я уже ее распаковала. И хочу, значит, поделиться своими вот такими вот, ну, как можно сказать, даже немножко радостями, что ли. И очень рада, что мне пришли эти книжки. В общем, мне пришла вот такая книжка «Вязаные носочки и гольфы». Вот, такая неплохая книжка. Здесь с описаниями, со схемами. Вот. В общем, вот так вот. Вот такая вот книжка с носочками. Вот. Вторая книжка, это значит варежки, перчатки, митинки, шапочки. Вот. Ну, мне эта книжка, можно сказать, тут вообще тоже такое доскональное описание. Идет прям все по рядам. Вот. Ну, в общем. Ну, вот такая вот пришла книжка. Книжки такие пришли. Вот. И еще, значит, мне пришла вот такая вот книга, которую я хотела выписывать. Я как-то в своем видео показывала. Ну, да, показывала на сайте, по-моему. Или в брошюрке. Брошюрки, наверное. Вот такой вот переплет белый. Вот. Вот. Я почему-то думала, что качество будет хуже. И когда она пришла, в общем, она мне очень-очень даже понравилась. Такое качество хорошее. Листы такие гладкие, белые. В общем, хороший переплет. Вот, ну, в общем, вот пришла книжка, которую я хотела выписать. Ну ладно, всем пока-пока.